Антох, ну когда я уже пойду туда? Ну сейчас, подожди, там следующая Лиса. Я уже всех пропустил, блин. Ну подожди, ну что ты? Мне сказали приехать вот к 5, я приехал к 5. Угу. Ну что, я кого жду-то? Когда я? Молодец, молодец, приехал. Написано, что я к 10. А почему я приехал к 5? Кто составлял списки? Да хотя бы есть в этих списках. А кого тогда не было в списках? Итак, друзья, встречайте, мой бывший ведущий Евгений Чеботков! Женя, привет, привет, привет! Здорово! Салам алейкум! Салам алейкум! Привет! Сюда? Садись сюда, да. Конечно. Давай, спасибо. Садись, садись. Ага. Спасибо большое, привет. Ну что, Жень, что позвал? Что да. позвал? Да, вообще круто, парни, у вас круто. Так приятно. У да. нас такая текучка здесь, бешеная просто. Вообще. Я вообще, кстати, не понимаю, почему GQ отрезает полностью латиноамериканскую аудиторию от просмотра. Я должен как-то оправдать то, что я изучаю испанский вот, сейчас три раза в неделю. Hola, 20 años de GQ en Rusia. Qué guay. Ты сейчас не за мою матушку что-то говоришь, нормально? Ты правда что-то говоришь? Или а мы же не проверим. Tu hablas, español un poco, no? Vale. Pregunta número uno. ¿Qué pasa, а? Парадокс! 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 Вообще очень рад быть с вами, парни. Так, Жень, ну ты это ведущий-то ты. Ведущий шоу-игры. Не зря сюда сел. Как тебе в новом амплуа вести? Быть ведущим шоу-игра? На, по-моему, все карты уже вскрыты, нет? Ладно, хорошо. Да не, прикольно, что ну вести это интересный опыт. Я никогда особо ничего не делал, кроме радиоэфиров. Не привык, что видно лицо, когда ты ведешь. Но мы, с другой стороны, вообще прошли очень классный путь пока что. Угу. Да, в проекте «Игра». Это столько интересных команд, столько интересного взаимодействия. Такая у нас получилась своего рода такая супер, я даже не знаю, лига такая, что ли. Я думаю, шоу-игра уже легендарная. Сама. Уже легендарная. Ну уже, потому уже. Что столько всего там произошло. За такой короткий да, промежуток времени. Да, я счастлив хоть немножко прикоснуться к этому. Как дела в стендапе? Что, пишешь новый концерт? А стендап, ну что, это же перманентный процесс. Это же все время. Все постоянно пишется, ты все время пишешь, выступаешь. У меня записан английский концерт. О, расскажи. О май гад. О май гад. Yeah, we made it, yeah. You're crazy. Yeah. Thanks, man. It's just like, no that's problem. The result, big job, man. Yeah. Yeah, you know what I'm saying. Ну, в общем, мы его записали, и сейчас его монтируем, в данный момент. Mm-hmm. Так он на что, на кого ориентирован-то? Ну да, на, ты, у тебя какие вообще... Англоязычных? Он называется Slavic Values. Slavic? Да, Славик ценит. Славянские ценности. А. Да. Угу. И, ну, понятное дело, что я бы хотел сказать, он ориентирован на западную аудиторию. Но я на такие, ну, то есть я думаю, ну, если кто-то посмотрит, круто. Но вообще соотечественники, в первую очередь, живущие за границей. Угу. Жень, если бы в стендапе можно было как-то пошутить, обыграть GQ 20 лет назад и GQ сейчас. Вау. Вот такой прикол. Вау. Вот такой прикол. Сколько тебе 20 лет назад было лет, Жень? 10. 10. Да. Ну, я вообще... Ну, я живу в Усть-Каменогорске, что? Ну, я в этом году же был номинирован впервые в жизни на Человека года GQ. Ты был номинирован? Да. И ты выиграл? Я проиграл. Проиграл? А кому ты проиграл? Кому ты проиграл? Я выступил в этой категории Антон Лапенко. Я считаю, что Антон более чем заслужит ее. Антон вообще красавец. Потому что у тебя своего стилиста нет. Да, это все из-за этого. Что? Блин, если честно, я сейчас в тупике. Потому что ну, нужна аудитория, атмосфера. Сейчас я чувствую себя глупо. Если в этом была задача, то на 100% выполнен. Нет, GQ, 20 лет, супер. Поздравляю с юбилеем. Жень, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо ну, огромное рад тебе. Быть здесь. Спасибо. GQ, с праздником. Женя Чеботков у нас был гостям. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. На
Наконец-то я дорвался, и меня пустили в студию. Наконец-то, Илья, я так рад. Угу. А на самом деле кто-то там дверь открыл, и там дверь открыл. И сквозняком у нас появился, друзья, замечательный гость. А талантливый какой? А, мистер Вельвет 2021. Илюха. 2021, да. Угу. Знаешь, на самом деле я всегда здесь сидел, и мне было очень неудобно, когда люди садились на меня. Ты просто был в синем до этого. Хорошо, да. Илья, тогда... Только Лисан порадовал. Вот, сразу вопрос. К всех гостей ты запомнил именно ее. Да. Я надеюсь, это была она, такая в черном пиджаке. Нет, это был Дули Рай. Рассказывал по вне себя. Ты нормально сесть не собираешься? Куплю эти штаны. Илья, сядь нормально, наверное, все-таки, давай. Ладно, спасибо, что позвали меня, на самом деле. Подожди, мы не хотим, чтобы ты уходил. Здесь, как правило, приходят люди, которые как-то отмечены журналом JQ. Или боженькой. Или Илья, боженькой. Ни то, ни другое, да? Я не касается другое, конкретно не... твоей персоны. Не упоминалось. Но расскажи, 20 лет. Да. Это ого-го какая. Мне 37. Это, я знаю, что по файлу написано, что мне 20. Я просто выгляжу достаточно. Как за 20 лет твоя жизнь изменилась? Как ты изменился за 20 лет? Я изменился за 20 лет кардинально. Я был, во-первых, рыжей девочкой-скандинавкой, когда родился. Пеппи, продолжай. А теперь я высокий юноша из Португалии. Ну, по крайней мере, сказать так ты себя ему или не сказать, что это не... Не будем говорить, пусть так себя в этой стране зеркала, я просто давно не смотрелся. Они все кривые, они тебя все обманывают. Они тебя показывают вот таким, когда ты вот такой. А скажите, можно вопрос? Вот все, что здесь снимается. Я пошла за кофе, тебе взять что-нибудь? Сэндвич с курицей. Что хотел спросить? Все, что здесь снимается, это реально снимается на пленку? Это реально снимается и реально на пленку. И мы реально как-то связаны с GQ? И мы реально как-то связаны с GQ. Понимаешь, GQ 20 лет исполнил. Mm-hmm. Ты все... Ты уже съел... А, ты вы еще говорите? Мы еще говорим. Господи, боже. Too late to go. Мы очень седые сидим. Вот такие. Ну вот. Ну, кстати, когда я слышал ваши разговоры здесь почему-то никто не смеялся. Так же, как и на твоих концертах. Уходи. Блин. А, кстати, где они? Поклонники Ильи! Они... Концерты! Вы где? Ильи Соболева. Как правило, мои концерты можно найти в старых диванах между подушками. А может быть, они здесь? Нету никого? К сожалению, нет никого. Странно. Мои концерты, как и концерты группы Queen. В прошлом? Ну, да. Вот если они закончились из-за смерти одного из участников. Если закончить на моей фразе, то это величественно. А если на вашей, то это достаточно трагично. Все завязано на одном человеке, который умер для искусства. И о погоде. Страшная смерть не вызывала столько юмора и хохота. Илюш. Илюх, да. Правда, скажи, что с концертами? С концертами все здорово, обязательно приходите на мои Нет, концерты. Нет, это у других артистов. У тебя, что как у тебя? А на мои приходите в Москве и в Санкт-Петербурге. Не в Москве, а в масках, ты хотел сказать. В масках, да. Так. Тогда, получается, из в Санкт-Вакцинбурге. Так я хотел сказать? Как я хотел сказать? Марина лучше всегда знает, что ты хотел сказать. Ну да. Что Марина, Илюш, на самом вопрос, которого я внутренне боюсь, но я должна его задать. Есть ли у меня свайки? Это, прости, пожалуйста. Илья, да, совершенно верно. Угадай, есть ли у меня... Короче говоря, правда, творческие планы, прости господи. Правда, я мечтаю заняться стендапом. С кем? А, это законченная мысль. Да. Так. В смысле, а до этого ты чем занимался? Я до этого занимался стендапом. Ты варишься в этом котле юмора, шуток и хорошего настроения. А, скажи, пожалуйста, какие сейчас темы максимально актуальны для стендапа? Вот о чем ты хочешь шутить? Три стендапа в ближайшее время, которые родит Илья Соболев. И мы услышим трижды. Во-первых, фильм с Ди Каприо, где он выживает. С Диаконом, я думаю, сейчас фамилию. Где он выживает. Так. Ты считаешь, это на пике актуальности сейчас? Ну, знаешь... Фильм с Ди Каприо, где он выживает, Ice Bucket Challenge. Вот это сейчас самое популярное. И пародия на Ждуна.
Илюша, эту пародию ты делал сегодня вот весь этот выпуск до этого момента. Ты ждал прихода в эту студию. И впустили меня, на самом деле, в себя. Классно, что ты максимально используешь. А ты знаешь, это как вакцина работает. Мы чуть-чуть тебя впустили в себя, чтобы остальная зараза не распространилась. Я ваше антитело. Спасибо, Илья Соболев у нас был в гостях, друзья. Я хотел человека спросить, он в кино снялся в каком-то. Да, я снялся в кино. Скажи быстро, ты в кино снялся? Да, я снялся в кино. Все, до свидания. Да. Как называется фильм? «Свободные отношения». «Свободные отношения». Да, это полный метр, художественный фильм. Я горжусь тем, что я снял. Главная роль? Да, нет, второстепенная. Но я бы никогда туда не попал, если бы не человек, который вместо меня должен был там быть, и он отказался. А кто это? Опять Фредди Меркьюри? Он сейчас снимается в фильме про выживание. Все, понятно. Это был Илья Соболев. Спасибо тебе, Илюх, с вами поболтали. Было очень приятно, на самом деле, видеть и быть с вами. Рада тебя видеть, слышать, смеяться над тобой. Не трогай меня.